Вот он, буранчик. Заготовка с пластмассовой бочки на сани. Такие вот мы нарты мутим с братом. Короче, перед 70 сантиметров, как меня учил Андрюшка с Вологодской области, у которого свой канал на ютубе Буран Гараж и группа ВКонтакте Буран Гараж. Спасибо тебе, Андрей, за размеры. Делаем с такой, с полипропиленовой бочки. Две бочки уйдет у нас бензиновых. Нефтяные, короче, там синаман находится. Заливается, короче, солевой раствор скважины нефтяные, чтобы они как бы там что-то очищались от коррозии. Все, дальше будем отчет вести потом. Пригнал со знаменки, это километраж. Возле Темирки меня остановили гаишники. Все нормально, меня отпустили. Сказали, помнить, что есть такие хорошие гайцы. Сжег бак бензина практически. Вот столько километров проехал. 30 ноября 2016 года собрались ехать ставить капканы. Вот километраж. Залил полный бак. Проверим, насколько хватит бака километров. Fisherman Hunter. Едет на соболей. Где Вася ставит хаточный капканчик на соболе? Повешали андатру. Это уже примерно 7-й капкан у нас. Замечательно. Охотник со стажем. Соболятник. Лис хорошо ловит. Вот. Ну, мы едем по чьей-то лесной дороге. Кто-то в деляну хуярил. Такие вот дела. Fisherman Hunter представляет охоту на соболя. Поставили капканы. Че? Посчитаем, сколько штук. 7 декабря собрались ехать проверять капканы. Снега вообще дохуя выпало. Сейчас поедем, проверим, что там будет. Спидометр. Свет что-то пропал, блядь. Хуй знает, где он, нахуй. Такие вот дела. Доехали, ребята, до второго капкана. Заячьих следов много, вот лисичка натоптала. Этот капканчик у нас спущенный был, и приманочка висела. Лиса вон там подходила, нихера, ни, что-то ни, даже не сожрала. Короче, ездили, боится. Не было ну, лисих не было. Да-да. Вот, блядь, ёбаная сойка. Ногу рябчика дявай сгрызли, нахуй. Зверь, нахуй. Зверь. Ой, она живая, дявась, ёб твою мать. Она живая еще. Целиком, что ли? Нихуя на меня напугала. Добивай ее, дявась, сам. Сучка. Я сперва понял, из-за чего она живая. Вон, видишь, проволоку еще не замело. Ёбаная сойка. Скотохожая, бля. А? Скотохожая, бля. Ну. Вот такие вот дела. Сейчас с КамАЗом разъехались. Готовая? Так мы ее целиком повешаем. Или разорвем на несколько частей. Можно разорвать. Вот она, блядь, кровью все. Хорошая.
сварка будет. Ну, а что у него там? Глаз вылез, что ли? Тугие капканы. Что? Тугие капканы. Капканы туговатые, да. Сейчас, дьявось, отрывай и крыло или ляжку. Ляжку оторвешь и сюда заебенишь. Блять. Хуёво, конечно, что не соболь. Так вот надо. Следов лисих, заячьих, да хуя. Вот, дьявось, проволока. Так желательно ставить. Так. Пружины сюда. Давай, давай, сейчас. Как хасаешь, так хасаешь. Но нам ближе получится, так? Чтоб пружина не мешала. Да она и не будет мешать ему. Чтоб пойти будет идти. Да вообще-то не должно мешать. Угу. Ёбаная сойка. Чё, это что, я дал, наверное, или одинаковое? Нет, тут я тоненькая. Ещё тоньше. Угу. Ну всё, дядя Вась, отрывай его ногу. И прям такую побольше, прям вот так за лытку бери прямо, дядя Вась. Во, вот это пойдет сейчас сюда заебашивай. Прям в эту тряпчиковскую ногу всю склевали нахуй. Да как тут? Ну, примотай. Да не, дядя Вась, вокруг проволочки обмотни. Вот же тут, стой, подожди, слабина же есть. Сейчас, стой. Давай, обмотни ее разок. Все, все, еще раз. И вот тут вот так разок. Вокруг проволоки. Профессиональный соболятник. Вот, сука, сглодали. Ну, ногу, видишь. Ну, видать, сегодня же. А может быть, и это же нахуй глодало. Она сама и долбала, ну, пока не попала. Давай, она. Короче, Ванюшку будешь мазать? Сейчас у нас со свежей кровью капкан пойдет. Тем более, дядя Вась, это. Сейчас там перья, нахуй, тоже дадут эффект. Только в буран не попади. А патрон такой? Ебаный в рот. Что за хуйня? Он за бураном, Ронжечка. Сейчас, стой. Тихо, тихо. Это сука, блядь. Подожди, блядь. Вон сидит на дереве. Иди, пройди вперед, не бойся. Вот и приманка есть. Иди лови. Там она делась, вон. Че, не догонишь? Да я, а? Да я сам догоню. Стоять! Стоять, кедровочка, стоять, ёб твою, уходит, сука. Догнали нахуй. Фёдор привёз из Солнского, батя. Ну-ну.
Че, сюда или сюда? А чего? Нет уже, блядь, нихуя. Не приготовил. Мажем вонючкой. Змеиная вонючка. Чё вот он, интересно, в карбюр так стрельнул, блядь, кто знает, ответьте.
Чё за хуйня, лисичка? Сейчас дам Гарри. Сука, сделано. Да. Ага, все, поехали, давай, залазь.
10 декабря попалась, блядь, вот такая вот хуйня. Короче, как и тот раз. Смотри, и это в крови все. Или мы тот раз такое вешали? Да, блядь. Говорил, ноги обрубаются. Куда? Хуя страшного. Нам соболя надо держать, а не птиц. Какие дела? Может. Но если, блядь, думать, что он везде один, нахуй, то лучше дома сидеть. Блядь, они давно попали. Ты этого никогда не угадаешь, нахуй, когда соболя дохуя, когда мало. Эта хуйня попалась. Непонятно. Не, пустой. Видал, птица ебаная. Птица одна. Я говорил, птица. Так а что ты это, коршун что ли? Как-то что она вы? Когтем, видишь? Попалась и вырвалась. Это филин, филин. Филин? Конечно, смотри, какие куптюры, нахуй. Угу. Ну и улетел, нахуй, без ноги, нахуй. Возможно. Возможно, он коптер. Держи. Вон какие когти, нахуй. Держи-ка я. А тут что? И вон и пух. Да. Или это рябчика. Вот, блядь. Да. Адреналинчик, я подумал, соболь, блядь. Такой вот трофейный лапа, блядь. Филиновская. Охуеть. Пиздец, блядь. Ни соболя, ни хуёболи, и следов что-то. Так, еще в одном капкане попалась такая хуйня. Но ее, блядь, кто-то на буране проехал и вытащил. И бросил капкан, нахуй. Поставил обратно. Но не привязали, он свалился. Вот она, ёбаная, вторая такая. Книгу пишешь, что ли, все, да, конечно. Ёбаная кедровка, блядь. Дело. А? Уже окоченело. На свою же голову, прикинь, хотела попастись. Ага. Давай, снимай, хули. Только проехали, проверили, нахуй. Опять, нахуй, залезла, сучка. Короче, приехал. Попалась еще одна кедровка, блин. Ну, там еще капкан на 4 стоит. В общем, нарты отцепил. Попалась клювом, блядь. Нарты отцепил, так легче бурану идти. Фу, мужики там ждут. Сейчас снимаю и поеду дальше. Ну, у меня камера была включена, что-то. Ну что, Андрей, скажешь? Поморозились знатно. Знатно поморозились. Сейчас дядя Вася нас чаем напоит. Попьем чайку. И, возможно, выдвинемся дальше. Пиздец, полбака бензина сожгли, макушка замерзла, блядь. Что-то у меня стало лыжина, нахуй, слышал? Или гусеница, ой, или сани это так стучат. Слышишь? Что-то как-то... Непонятно что-то. Я думаю, блядь, может, что это? Катки, блядь. А может, лыжина стала задевать, блядь. Ребята, следом смотрите вторую часть. Я разрезал видео на две части. Потому что херово получается, когда два видео, соединенные с разными разрешениями. Сначала я снимал на свой телефон, у меня одно разрешение. А потом в конце брат начал снимать, у него другое разрешение. Больших размеров разрешения.